природе рацион хелен составляет падаль, а также живая корма, насекомые и улитки. В аквариуме они поедают большое количество улиток, например, физ, катушек, меланий. Впрочем, меланий едят хуже всего. Крупным улиткам, таким как взрослые неретины, ампулярии, маризы или крупные виды теломелании, не грозит ничего. Хелены просто не в состоянии с ними справиться. Хелены охотятся, засовывая специальную трубочку, на конце которой ротовое отверстие, в раковину улитку и буквально ее высасывают. А с крупными улитками у нее не получается повторить этот трюк. Аналогично и рыбы, и креветки. Они слишком быстрые для нее, да и не приспособлена эта улитка для охоты на креветок. Если же улиток недостаточно, они переходят на обычные корма. Будет доедать то, что осталось от кормления аквариумных рыбок, но лучше будет дополнительно подкормить их, например, кормами для сомиков, мороженой креветкой, крилем.